Всем привет, чуваки, вот мы и в патче 2.01. Очень много чемпионов тут изменилось. Тут даже изменилось само меню, как вы видите. Оно какое-то перерисованное, что ли, стало. И вот такие глюки еще возникают иногда. Сегодня я не знаю, кем поиграть. Пишите в комментариях, кем бы вы хотели, чтобы я поиграл сегодня. Немножко просто пройдусь по персонажам, которых изменили. Попробуем ими поиграть в кэжуале. И увидимся уже в матч-лобби, я так думаю. Так, по теме у нас, значит, Имани, Фьюрия, Шалин, Дрогос и Стрикс. Всех изменили, вообще полностью всех изменили. У них по теме Дрогос, Имани, Кинесса, Ини, Фернандо. Ну, тоже буквально то же самое. Берем, значит, змеи сопла, потому что механику этой легендарки изменили. Она как бы теперь не просто вам дает больше топлива или быстрее вы летите, да? Она теперь реально переработана. Вот эта вот новая колода, я ее не испытываю, просто так ее сделал, но радиус кьюшки очень сильно большой. И плевка тоже большой. Он странный, смотрите, какой плевок. Какой он огромный, бля. Кстати, вы заметили, у меня паладинцы наконец-то на русском. Ну вот видите, как он теперь летает, интересно. Как вы знаете, на ПТС очень несбалансированные тимы, так что либо мы, ой, как странно это выглядело, либо мы будем трахать, либо нас будут трахать. Так, окей, я пока что летаю. А чё тот Дрогос не летает, интересно? Лол. Какие-то перестрелки странные. Давайте попробуем сюда залезть. А у нас получилось, да. Лол. Прощай, Ферн, я надеюсь, прощай. Вот она, наша Инка. Там еще, по-моему, Струкс был. А вот тут у нас Кога, которую я почти убил. А это не Кога, боже мой. Это Имани. Ладно, в общем, я сейчас играю с новыми наушниками, я их испытываю, и, по-моему, они немножко высокие частоты неправильно воспроизводят, поэтому я шаги так себе слышу, конечно. У нас танка нету, это будет проблематично, но это не самое главное, что я хочу показать вам сейчас. Самое главное, что я вам еще хочу показать сейчас, это то, что я могу делать вот так! Это совсем капец просто. Абсолютный. Да-да-да, тот Дрогос тоже шарит в этом. О, убили. Окей, Имани меня страхает, потому что мы в воздухе, и у нас трахнула Кинесса? Откуда? А, окей, я понял. Давайте возьмем гибкость, кстати, теперь же можно брать все, да, то есть, блин, это реально самый большой патч. Это самый большой патч, ну, во всей истории, кроме, ну, 64-го, естественно. Если вы знаете, что такое 64-й патч, то я вам не завидую. Ну, меня тут трахают, конечно. Я пытаюсь попадать, но чуть не вышло. Видите, то, что вы находитесь в воздухе слишком много, это как бы и хорошо с одной стороны, но и как бы плохо с другой стороны, потому что вас будут выцеливать такие персонажи, как Кинес, Имани и все другие хитсканы. Имани почти хитсканы, это как Кэсси, согласитесь с этим. Вон она там, в ее бою. О, какой килл. Смотрите, 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 Кинесса сейчас нас целится. А мы ее убили. Ой-ой-ой. Да, я убил? Найс, я думал, меня уже убьют. Возьмем мы... Ой, так все странно. Крушитель с пережиганием вместе. Окей. Видите, как все интересно тут происходит? А, я вижу. Подлагивает тут, конечно, жестко, я бы сказал, подлагивает. Сколько у нас пинг? 156. Где у нас тут ферм? О, как мне нравится эта штука. Ай-яй-яй. Самое главное, мне тут выжить бы. Хиллер у нас, конечно, такое себе. Блин, мне так нравится вот новое, это его лего. Что-то с их кинессией не так. Ой, ё-моё. Смотрите, мне даже целиться вообще не надо. А, я просто взлетаю, как я и должен, в принципе, взлетать. Возьмем, наверное, ловкие пальцы за 250. Давайте, ради прикола, чисто ради прикола. Фулл закуп красных итемов. Так, кто-то там есть, кто-то там есть. О, давайте сделаем вот так вот. Бум. Ай, чуть-чуть совсем задел. Ой, Кинесса он... Вау, окей, я вышел, мне сразу ебальник, походу, дали, да? Вот так вот теперь у вас, короче, выглядит полный закуп. Да, ну и лагает, конечно, ужасно на ПТС, потому что у меня в основе это лагает на 100... Что это такое? Да. В основе это у меня лагает на 140, а тут ПТС-то, как сказать... Опа! Ай-яй-яй, чуть-чуть. Теперь он реально поднимается очень-очень быстро. И тут какой-то... Какая-то стена... Кью сейчас зарядим, посмотрим, у нас она будет или нет, когда мы с лошади встанем. У нас ее не будет. Интересно. Ну, конечно, мы тут зафакапились немножко. Да.
Два Дрогоса теперь просто это как нереальная сила. Кто в кого случайно попадет, а кто в кого не попадет. Потому что в меня тут попадает только сзади. Ага, спасибо, он этот, он необычный Дрогос. Давайте... Это не у него... Да, изи! Не-не-не, вы меня не попадете. Ну, у нас все равно просрали, ну елки-палки, что это такое? Так, я сейчас ничего не слышу. О! Ну, почти совсем убил. Совсем почти убил. Чуть-чуть, но я же все шоты даже попал. И самое главное, что реально интересно теперь Дрогозом играть, а не как это было. На, приветненько. Что-то как-то странно. Ёлки, тут все вообще. Надо мне уходить, наверное, как-нибудь. Пытаться. Не получилось. Да, странненько. А где там, блин? Поражение. Окей. Ну, я бы сказал, что теперь Фернандо реально танк. То есть, если вы не танкуете им, то я хуй знаю, что вы им делаете. Потому что теперь им можно только танковать. Урона 42. Что? Пойдемте сейчас играть еще кем-нибудь, я не знаю. Ну, посмотрим. Выберем уже кого-нибудь, как к игре присоединимся. Так, значит, у нас какой-то странный золотой скин на Имани. Мы ей играли, собственно, в ПТС. Я даже не ожидал этого. И перчатки у нас обычные. По теме у нас, значит, Моджи, Ферн, я, Имани, Вилло и Серис. У них по тиме БК, Мэйв, Малдамба, Андроксус и Барик. Посмотрим, как Имани играется, я ей вообще никогда не играл, собственно, я только ее пробовал на стрельбище. Какую-то сборку вроде я сделал, фиг знает, как она эффективная или неэффективная. Но самое главное, что самое главное из этих лег, это, я думаю, все-таки вот эта лега, да. Потому что она просто дает вам больше дамага. Все, оба, вот так вот делайте, монсируйте, значит. Переключайтесь, у вас на 2 секунды восстанавливается. Видели, на 2 секунды восстановилась севка. Ну, пойдем пока что в рейкером, я думаю. У них Андра теперь с проклятым оружием играет. Давайте крушителем пойдем пока что. Потому что Барик есть, собственно. Он не должен существовать. Потому что у него теперь 4150 хп. А, значит, теперь мы прорисовались. Ну, кстати, интересно теперь, на лошади очень скачет. Так, значит. Посмотрим, кто тут, где тут. А, очень большие лаги, пацаны. Очень вообще большие лаги. Попробуем все-таки нормальные поиграть в обоих наушниках, как обычные нормальные люди, да? А не с одним наушником. У нас Моджи трахает, очень странно это. Ну, ее, собственно, хилит. Мне бы попасть, я попал, наконец-то. Где-то она тут сверху была, да, вот она тут. Нет, бесполезно, короче. Мы тем более с Лего играем на лед, так что это еще больше бесполезно. С Лего на лед играть пламенем. Тут кто есть? Да, я его немножко задел, но у него был реверсал все-таки. Так, у нас там кто? У нас там... Ай-яй-яй, пейлот, что ж ты делаешь-то? Зачем ты меня сбиваешь? Окей, килл. Как хорошо, что перезаряжаться не надо, потому что если бы надо было перезаряжаться, я бы уже... Окей, мне немного не туда зашел. Так, надо целиться немножко. Не хочу переключать свои стойки, потому что они бесполезные, переключение стоек наших. Но я хочу все-таки это сделать. Да, давайте Андро трахаем, молодцы. Мне больше нравится, собственно, огненная стойка такая. Потому что... А, я просрал, видите, я ману стой просрал. Меня может похилить, нет? Да, меня хилит. И я не могу попасть этой херню вообще абсолютно ни капельки, никак. А, попасть бы. Где-то БК летит у нас. Ой, зря я сюда. Уйдем, не уйдем, да. Получилось у нас уйти. У меня сборка, на сборке есть немножко отката нашей эфки. Я думал, он тут, но его тут нету. И у нас 20 секунд кулдауна теперь. Да, good night. Я откуда-то получаю пизды. Нет, бро. Вот бы попасть в него немножко еще. Попал.
Ну совсем чуть-чуть там било. Молодец, молодец. А тебе теперь вот так вот делать. Жж. Бум. Жж. Вы же бомбы я бы хотел бы сейчас сделать, но не получилось немножко. Самое главное, что у нее есть откат на ее кьюшку, то есть на ее переключение в стойках. Это странно, что он вообще есть. По дефолту он 10 секунд. 10 секунд. Это странно. Возьмем крушитель второй или прижигание. Давайте крушитель второй все-таки. И ням-ням-ням-ням-ням. Боевой дух, наверное. Ну, let's go, боевой дух. Надо нам бы ультануть хотя бы разок сейчас. Примерно где-то в углу встать, вот тут вот, например, да? И ультануть. Окей, я иду. Я дракон. Кто-то справа вроде, да? Да, нас сзади кто-то. Сейчас нас будут тут трахать, да? Да, нас трахнули. Окей, нас просто зафланковали. У нас нигде тимы не было, у нас за фланком не следили. Молодцы, чуваки. Все-таки такой литой надо уметь распоряжаться. Окей, попадаю. Попадаю. Не попал. Не попал. Попал. Ха-ха, окей. Это странно, что он сделал? Ха-ха, я даже не хотел у него файрить. О, 1000 дамага, это много. О, найс, найс, найс. Жалко, конечно, что ли, тупо строили. Но, наверное, вверх надо вот так вот. Опа, опа, да. У них очень странное мойло. Быка у них, ну молодец у них быка на самом деле. Я ничего не буду говорить насчет этого. Давайте тут предугадаем. Нет, не предугадали. Вообще ни капельки не могу ничего делать. Да, он видел меня тут. Ну, конечно, да. Со стойкой огня вблизи против флангеров вы ничего вообще не сможете сделать. Ну вот именно то, что вот если вы переключились и вы прогадали вот так вот немножко, то все. Для ближнего боя она вообще никак не рассчитана, эта стойка. Оба. На, бро. Ой, попал. Ничего не вижу, вижу только бомбу. Давайте немножко вверх пойдем. Так, ну мне нравится эта штучка именно, как бы сказать-то. Не-не-не, бро. О, убили, найс. Ну, ей как-то можно обыгрывать фланкеров, именно необычными путями. О, Моджи. Моджи у нас вообще классный. Она прям тащит. Но почему-то мы остановились сейчас. 12 секунд, я могу если что ультануть, не надо ультануть даже. Ну, Имани играется... Так, окей. Хорошо, хорошо. Я не думаю, что она слишком OP, потому что ей все-таки надо целиться. Но у меня, так как я записываю мало FPS, я не могу нормально целиться. Так что, фиг его знает. Попробуйте сами на самом деле, чуваки. Я даже ни одну ВГС команду, кстати, не прожал, блин. По дамагу я совсем не дамагер, урон 28, что? Окей, поиграли мы, значит, ей. Еще кем-нибудь поиграть? Давайте еще кем-нибудь поиграем. Чуваки, это я из будущего. Ставьте лайки, если вам это понравилось, потому что видос уже получился на 13 минут, я не хочу его слишком сильно продлевать, потому что монтаж, собственно, занимает у меня время. У меня не особо сильное железо на компе сейчас стоит. Так что ставьте лайки, не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на канал. И всем пока.